Возможно, виновник ДТП на Разумовской, в результате которого погибли двое человек, отправится под домашний арест. Апелляция смягчила меру пресечения, которую к мужчине применила первая инстанция, а именно содержание под стражей. Сам подозреваемый Михаил Марчук сейчас находится в больнице. В результате аварии он получил перелом бедра и другие менее тяжелые травмы. Напомню, страшное ДТП произошло 5 января на углу Разумовской и Мясоедовской. Тойота, за рулем которой был Михаил, на скорости влетела в БМВ. Последняя от удара загорелась. В салоне находились двое мужчин. Они погибли. Также в результате аварии пострадали еще 5 людей и 3 другие машины. Подозреваемый утверждает, что не помнит момент ДТП. Все обстоятельства аварии должна установить комплексная экспертиза.